Это второй этаж. Сейчас я вам покажу, какие процессы происходят на данный момент. Здесь идет звукоизоляция потолков. Здесь уже есть теплоизоляция, все в порядке. Но есть такой момент, что может пойти град или там дождь или еще что угодно. И не очень хочется сидеть и слушать шумы, которые происходят. Тут нету чердака, здесь сразу идет крыша, вот как там, вот видите, где уже сделано. Шумка покупалась в Леруа Мерлен. Вот такие вот заклепки. Будет шумоизоляция, и сверху идет гипсокартон, ну и потом стандартно там шпаклевки, покраски. Также эту шумоизоляцию я буду делать внизу на первом этаже на потолке, чтобы когда здесь будут бегать дети, это вот детская комната, чтобы внизу не было шума, грохота минимум было. Идеально невозможно, конечно, но хотя бы чуть уменьшить. Та же история, если дети здесь спят в комнате, там люди спят. Снизу, с кухни не шел шум от телевизора и там каких-то процессов. Сейчас покажу остальные комнаты. Это будет у меня кабинет. Эта работа была выполнена за полдня. Вот сегодня первый день. Зашли, и уже вот этот процесс сделан. Также ванная комната, тоже шумка уже готова. Вот марка сама, Техно Николь называется, мастер техно акустик, каменная вата, звукоизоляция полов, полагом, подвесного потолка, межкомнатных стен и перегородок. По толщине можете посмотреть. И сейчас идет еще процесс в этой комнате. А, эско. Заворот эско. Второй день работы. Сейчас покажу, что тут изменилось. Здесь ребята добавили уже направляющие, вот эти все. Железо. Железом уже закрыто. Тут остается только гипсачом закрыть и все. Но я сейчас дождусь электрика. Он мне тут проведет кое-какие точки, и только после этого мы будем закрываться. Также здесь у меня есть точка под кондиционер, нужно будет продолбить. В общем, нужно соблюдать более-менее грамотную очередность по работам, иначе получится так, что одну работу сделали, потом пришли другие категории, например, те же кондишн или там электрик, и говорит: вот мне мешает, убирайте. А если по два раза что-то ставишь и убираешь, естественно, это все дело уже будет хлюпко. А я так не хочу. Поэтому более-менее будем как-то грамотно чередовать. Сейчас утеплитель готов. Направляющие есть. А, сейчас будет электрик. Добавит мне здесь точки. В принципе, работа закончена. Остается уже закрывать гипсачом. Вот такой вот процесс. Это у меня кабинет. Здесь пока все так же остается. Здесь я буду делать специальную такую вот нишу. Будет на сантиметров 6 выдвигаться. По бокам будут светодиодные ленты. А здесь я закрою деревом шпон. Янтарь. Ну, буду делать, в общем, кабинет. Вот такая, как стеновые панели. Красивый, богатый цвет. Здесь у меня стол будет стоять. Тут диванчик
сверху телевизор, чтобы я мог смотреть. Так, здесь у нас идет ванная комната. Тут пока все так же. Единственный момент, здесь добавилась сантехника. Ну или как эта штука называется, инсталляция. Подвесной унитаз, фирма Гроя. Все уже готово. Будет зашиваться здесь гипсачом. Ну и все остальное будет, конечно же, плитка. Плитка. Здесь хотим сделать такой мрамор. Как мраморная картина. Отдельно будет большая такая плита заказываться. Здесь ванная будет стоять. На данный момент видите, какая здесь ванна. В принципе, тут все. И сейчас я вам еще покажу, что есть внизу. Так. В ванной комнате у нас уже здесь проштробили, проложили. Также здесь есть та же самая инсталляция Гроя, та же фирма. Сюда поставили 100-литровый вот такой вот электронагреватель. Выглядит следующим образом. Здесь газовый котел проточный. Это дополнение, чтобы, в общем, всегда в запасе была горячая вода. В случае, если мы заливаем там ванну, душ и все такое. Сделали все грамотно. Тут все дело будет, конечно, зашиваться. Тут у нас будет умывальник. Тоже сделали выводы. Канализационный слив присутствует. Единственный момент, вот здесь обламывает внизу. Я не знаю, как тут делали. Не очень культурно сделали. Теплые полы, трубка идет. И она вот выпирает из стены. И сантехник тут, когда это все делал, сказал, что нереально ее утопить. Насколько это нереально, я не знаю, не сантехник. Ну, в общем, решили так и оставить, обыграть как-то здесь этот момент плиткой. Может, конечно, и есть какое-то решение, но пока так. Тут теплая, ну, горячая, холодная вода. Все это дело сюда идет. И здесь выводы тоже. Здесь будет душевая система стоять. Здесь у нас трап. Трап уже подключили. Отличный трап, качественный. Сейчас вот издалека покажу. Тут у меня будет находиться вот так вот 1 на 20 и ширина 90 душ. Потом будем делать сами, закладывать все это дело плиткой. И что хорошо, что у нас канализация, трап подсоединяется в подвале. Он идет напрямую и потом идет слив в канализационную трубу. Тут мы уже ничего не будем лишнего конструировать. В общем, вот такая вот ситуация. Еще здесь добавилось... Здесь у нас будет перегородка, будет прачечка. Тут будет стоять стиральная машина и сушильная машина. Естественно, здесь вода, канализационный слив. Также решили сюда поставить мойку. Я думаю, везде, где есть такая тема, где у вас могут замораться руки, по-любому нужно делать мойку. Поэтому, если туалет, обязательно мойка должна быть, прачка должна быть, мойка в любом случае. Тут стирка идет, получается, стирка снизу, сушилка сверху, рядом мойка, здесь столешница, какие-то полочки, гладильная доска и всякая фигня, короче. Примерно вот так. Так что смотрите дальше. Третий день работы. Вот сегодня приехал замерщик по кухне. Электрика жду. И между делом решил снять процесс, что происходит. Третий день работы. Очень хорошо продвигается. Мне нравится этот процесс. Я еще хочу заметить такую вещь. У меня братья
собирают вот таких вот козлов. Название, конечно, козел, но так называется, ничего тут не поделать. Четко прям настоящий вот козел, на который можно встать и спокойно, уверенно работать без проблем. Также они здесь собрали вот такую вот конструкцию. Здесь, как вы видите, лестница идет. И здесь наверху собрали уже гипсокартон. Вот. Чтобы эту работу выполнить, ну, вот такое вот сооружение. Сделано очень качественно, четко, жестко, чтобы не повредить лестницу и при этом можно было спокойно работать. Тут тоже идет звукоизоляция. И все это дело гипсокартоном, потом, как обычно, шпаклевки, краски. Здесь пока процесс в таком состоянии. На сегодня именно вот этот момент хотел я вам показать. Потому что я сам как бы смотрел, как же будет это происходить. Так, сейчас мы пройдем вниз, и я вам покажу, как это выглядит снизу. Как дома уже? Да. Офигенно, да? Тут еще я хочу поставить полотенцесушитель, купил. Уже зачертили, подготовили местечко, тоже будем установку делать.